Сотрудники полиции разыскивают двоих мужчин, которые совершили кражи в супермаркетах Бердска. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей. Жители Бердска просят опознать мужчин по записям с камер видеонаблюдения. Один из них совершил кражу в магазине «Планета Электрика». Наживой злоумышленника стали умные IP-камеры – современные устройства для ведения цифровой видеозаписи. Причиненный ущерб составил почти 16 тысяч рублей. В совершении данного преступления подозревается мужчина 30-40 лет, плотного телосложения, высокого роста. Судя по видеозаписям, любитель современной техники не очень хотел показывать лицо и прятал глаза под панамой. Еще один мужчина совершил кражу в супермаркете по улице Вокзальная в Бердске. С полок торгового зала исчезла косметическая продукция и продукты питания на общую сумму порядка 4 тысяч рублей. Судя по тому, как быстро предприимчивый молодой человек сложил товары в сумку, рассчитываться за них он явно не собирался. В совершении преступления подозревается мужчина высокого роста, среднего телосложения, на вид которому 30-40 лет. Если вы узнали кого-либо из мужчин, изображенных на видеозаписях, просьба позвонить по телефонам, указанным на ваших экранах.